Всем привет! Я вас рада видеть на своем канале. Сегодня я вам хочу показать свой небольшой заказ в компании Faberlic по каталогу 15-2016 года. И первое, что я купила себе, выгодная была акция при покупке двух, определенная цена по 79 рублей. Faberlic Beauty Cafe. Спелая смородина, жидкое мыло для рук. В объеме 300 мл. Артикул 2133. Такой приятный, красивый цвет. И также купила спелая смородина. Это у нас гель для душа. В объеме 200 мл. Артикул 2130. Я только знакомлюсь потихонечку с продукцией Faberlic. Аромат очень-очень такой вкусный. И третье, что я также взяла, 39 рублей, спелая смородина, мыло для рук и тела. Такое вот мыло. Мне самой интересно. Давайте откроем и посмотрим. Вот такое вот мыло. Смотрите, такая красивая плитка мыла. Держать удобно в руках. Легенькая такая. Ой, девочки, мальчики, аромат. Вот когда весной вот пахнут такие вот листочки маленькие вот. Аромат такой приятный. Ой, у меня слов нету. Для меня самой все это новое. Впервые покупаю. Также заказали у меня уже клиенты. Вот такие вот дезодоранты. Это у нас Intemporelle. В объеме 75 мл. Вот. Так, взяли у меня вот такие вот два. Вот. Не лежат. Аромат я здесь не пойму. Но у меня есть пробник. Тоже очень вкусный, приятный аромат. Вот. И также эта же клиентка у меня заказала вот такие вот дезодоранты. Тоже две. Кокет. Здесь аромат я не пойму. По 99 рублей. Очень такая выгодная цена была. И у меня вот заказали. Так, следующий также у меня клиентка заказала. Это у нас румяна. Эра красоты. Артикул 62-51. Открывать не буду, так как это не мое. Также у меня заказали. Я правильный каял. Вроде так называется. Такой вот карандаш. Артикул 55-84. Оттенок черный, жгучий черный такой. Черный-черный. Также открывать не буду. Заказали у меня клиентка. И следующее. Диди крем. Это у нас совершенный дневной уход SPF 30. Совершенный крем, который выполняет все обязанности. Выравнивает тон. Сейчас откроем. С незапечатанных, фольги нету. Вот такая вот упаковка. Смотрите, огромная. И вот такой вот маленький, 25 миллилитров. Надеюсь, моей клиентке понравится. Такой вот носик. И сама текстура, если видно, не фокусирует у меня сегодня камера. Она такая вот светлый, такой как тональный такой крем.
в светлом оттенке. Надеюсь, клиентка моя будет довольна. Нет, вставить. Также у меня заказали, извиняюсь, я забыла, совсем пошуршу. Вот такие вот пробники. Пробники-кокетки. И это у нас коверкать не хочу даже. Нет, у меня сегодня камера не хочет фокусировать. Извините, пожалуйста. Итак, все, эти были все заказы моих клиентов. И я себе захотела и заказала вот такой вот аппарат Мезороллер. Ну, мне очень захотелось. Вот так вот упаковано все. Дальше вот так вот я открыла мешочек. Вот. Очень красивый такой удобный футляр. И сам Мезороллер. Faberlic Expert. Такая малюсенькая, посмотрите. Как зубная щетка. Вот. Хочу попробовать. Увидела я этот аппарат у Светланы, Светлячок. Вот, посмотрела ее применение. Буду с удовольствием пользоваться. Очень красиво. И также к нему я купила по купону минус 250 рублей омолаживающую программу «Лифтинг и регенерация». У нас это идет, да, это омолаживающие программы, которые номер 3. Так выглядят капсулы. Вот так вот, такие малюсенькие. Вот. С удовольствием буду пробовать. Вот. И вот такой был у меня небольшой заказ. По 15-му каталогу. Также пришли мне каталоги номер 16. И заказ сам был по 15-му каталогу, который выглядел у нас вот так вот. Вот. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.